Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы с вами играем в классную игрушку под названием Скрабмеханик. И сегодня я вам покажу, как сделать классную летающую машинку в этой игре. Делаем такую вот платформу 4 на 4, вот так вот. Ну, лучше, да, 4 на 4, чем там 4 на 5, допустим. В общем, не это дело. Далее мы вот так вот прямо вот на краю ставим 2 на 2 блоки. Извиняюсь, не сюда, вот тут вот так вот, раз, два. И вот так три раза проверяем. Ой, проверяем, делаем это кинаса. Далее, вот, ну я быстро буду рассказывать. Ставим вот тут такие вот поршни. Кстати, ну вот это старый наш аппарат, на котором мы гоняли недавно. В общем, ну а что же делаем дальше? Мы берем подшипники, вот точно таким же методом, вот тут 2 на 2 ставим. Ну и что же делать дальше? Ну а далее для красоты мы закрываем, чтобы их не было видно. Вот так вот, вот так вот. Ну и дальше мы расширяем платформу, потому что этого нам не хватит. И можно провернуть такую вот махинацию 6 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну а дальше мы ставим уже кресло. Кресло можно поставить любое. Ну, то есть это уже зависит от вашего выбора. Ну, а именно ставим в эту вот сторону вот это вот седло наше. Ну, и здесь вот мы проворачиваем точно такую же ситуацию, вот что вот мы и здесь ставили 2-3 раза по 2 блока. Вверх. Так вот раз. И давайте вот последний. Трис. Трис. Так я поставил или нет? Раз, два, три. Да, все, мы поставили с вами. И что же вы спросите меня делать дальше? А, ничего. Продолжаем точно так же. Точно в таком же духе. Ставим далее подшипники. Вот так вот. И все люто вот. Я же случайно запрыгнул сюда. Ну а дальше просто люто закрываем. Вот так вот прыгаем на шар. Ну а далее, знаете, что мы делаем? А именно поднимаем вот так вот вверх. И знаете, что мы дальше делаем? Правильно, вот от этого вот кресла мы тут отступаем. Так. И убираем. Далее мы отступаем еще вот такие вот блоки. Раз, все. Раз, два, три, четыре, да, все правильно. И смотрите, здесь мы ставим наши подшипники и закрываем их. Далее мы ставим вот такие вот, извиняюсь, за поршни. Когда я тогда говорил. Ну, не поршни, в общем. Это, если кто забыл, это у нас подвеска спортивная. Ну, а далее мы с вами делаем некую такую вот просто лютую заварушку. А именно мы с вами ставим двигатели. Двигатели мы ставим с вами реактивные. Вообще люто. Чтобы мы полетели прям далеко-далеко. Можно взять любой, в принципе, двигатель, но давайте я возьму реактивный двигатель 4 и поставлю его на место вот фонаря. Ставим на место фонаря и вот отступаем, вот можно сказать, один блок. И ставим точно так же вот здесь. И далее мы... Вот если хотите, можете убрать, чтобы вам было... Проще, не заморачивались. Лишнее время тоже не тратили. Вот так вот ставим. Поднимаем. Поднимаем вверх. И ставим точно так же вот здесь вот двигатель. Так. Я его не так поставил. Да ё-моё, нет. Убираем его. Потому что мы его неправильно поставили. Я его неправильно поставил. Что-то он вообще не ставится. А как его перевернуть? Ё-моё, уже мешает. Вот, смотрите, вот так вот. Вот, все. Дальше здесь проворачиваем ту же махинацию и ставим вот такой вот реактивный двигатель. Ну и дальше нам вот это уже не понравится, как бы. Ой, не понравится, не понадобится. И последний двигатель мы ставим. Вот здесь. Вот именно вот по этим 4 блока. Ну и далее, что же мы с вами сделаем далее? Ё-моё, я кто-то засрял, что вообще не вылезал, не залезал. Мы ставим с вами
Мы ставим с вами кнопочку. Ну а куда же поставить эту кнопочку? Кнопку мы с вами можем поставить вообще в любую местность. Давайте вот возьмем вот сюда, вот куда-то поставим. Поднимаемся на нем. И давайте новую кнопочку поставим мы. Ладно, в общем, давайте вот куда-нибудь вот сюда, вот, чтобы не мешалось под сиденьем, пускай будет. Дальше мы с вами опять-таки опускаем его вниз. Становимся у него, поднимаемся вверх. Ну, неважно, короче, как вы высоту будете подниматься, опускаться. Мы дальше соединяем нашим соединителем. Руль мы соединяем со всеми. Я сказал со всеми. А где у нас подшипники? Так, соединяем с... Тут я уже сам забыл. Тут мы соединяем руль с нашими подшипниками. Ё-моё, я тут запутался. И сразу же... Ё-моё, что мы делаем? Меняем у них вот такую вот положительность ихнюю. Ну а дальше берем вот эту вот кнопочку. Раз. И соединяем ее с нижними двигателями. И с рулем. С рулем мы дальше соединяем руль с задним реактивным двигателем. Но опять-таки, я раньше тоже строил... Ой, тоже. Я раньше строил вот такие вот, ну, наподобие, как бы там, штуки вообще, дрюки. Короче, люто. Ну, и они могут давать, как бы, такую ошибочку, сбои в системе. Поэтому мы для этого ставим вот такие вот для них помощники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 тут и 1, 2, 3, 4, 5, 6 тут. Ну, давайте опробуем же наше нечто. Ну, а также нам спереди понадобится вот так вот поставить. Так, раз, не сюда, так раз, раз. Вот такие вот два блока. Но, опять-таки, это вот такие вот детальки, которые как бы либо влияют, либо не влияют люто. Давайте улучшим. Можем поставить еще, но это опять-таки зависит только от вас. Давайте тут поставим лампочки, 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 лампочки. Так, да, опять-таки кнопку не убираем, кнопка нам еще пригодится. Вот лампочка. Ставим лампочки для освещения. Можно, кстати, да, одну снизу поставить. Смотрите, вот. Для освещения. Две даже снизу можно поставить. Смотрите, вот так вот. Раз. Два, три. Все они будут работать от одной кнопочки. Кнопочка это будет вот тут. Далее мы берем наш дорогой соединитель, с которым мы уже много лет знакомы. И соединяем вот эти вот штученцы. Штукенцы, даже так бы сказали. Так. Ну и давайте поставим кое-что еще для нашего улучшения. А именно вот такое вот стекло. Поднимемся вот на вот таком вот. Подъемники. Я уже сам даже путаюсь в словах. Так, давайте берем. И ставим вот так вот, чтобы нам не надуло на лицо. Я не сам сейчас сделали чушь. Полную чушь. А чего же будут работать нижние? Нижние будут работать от низа. Логично, логично. Смотрите, что мы делаем далее. Мы ставим... Не знаю, давайте, короче, не будем улучшать. Мы вот построили чечки-пуки. Вот вопрос, да, почему же мы не едем? А сейчас объясню, почему мы не едем. Да, ну то есть не задача, они не понимают нас. Поэтому мы, смотрите, что мы делаем. Мы убираем все нафиг из нашего инвен... Не, это оставим. Вот, допустим, бульбострел.
Вот, допустим, мы с вами крутые там охотники. Да, мы тут это за живность там всякую охотимся. Ой, щит, не надо лучше. Мы ставим на максимум наш двигатель. Не, ну нежелательно на максимум. Это уже как выход. Да, это мы уже все поставили. Далее и этот двигатель. Ну, мне кажется, можно не на максимум, а вот на такую вот. И вот смотрите, сейчас мы поднимаемся. Не, давайте сначала это уберем. Блин, перепутал. Так, давайте. Раз. Поднялись. Ребята, он работает очень эффективно. Вот, как видите, он может разворачивать нас люто красиво. Но опять-таки, вы можете поставить на максимум вот этот вот реактивный двигатель, благодаря которому мы сейчас с вами едем. Вот, и за 7 минут я вам рассказал, как же построить вот такой вот крутой просто реактивный моторчик. Не, не моторчик, а как это назвать? Я хочу вот какое-то название этому дать. Это вот такой вот крутой летающий. Летающий мотоцикл. Ну да, летающий автомобиль. Да, летающий мой автомобиль, а ему еще далеко. Ну и поэтому, мне кажется, на этом можно заканчивать. Можно, давайте сейчас попробуем на максимум. Вот видите, вот он даже быстрее начал сейчас гнать нас вперед. Ну и в общем, давайте уже заканчивать. Так, шоу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Лайки это обязательно, чтобы вы не знали, хотел сейчас сказать. Чтобы вы знали о всех наших видосах по скрап-механике. Я вам все расскажу, все будет круто. И о чем мне это ободранное? Кто мне ее ободрал? Ну, а в общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, там, колокольчики. Это для того, чтобы вы узнавали больше видосов, которые выходят. Ну и всем пока-пока.